спасибо за ваш отзыв. В свое оправдание могу сказать, что мое исследование проводилось только в рамках определенного музея, в рамках музея истории подобности России имени Александра Ивановича Маринеско. Поэтому я не глубоко освещала этикетаж иностранных музеев. А насчет информации о правилах оформления этикеток, я могу сказать, что я боялась выйти за рамки допустимого количества страниц в работе, поэтому вынесла в приложение эту информацию. Спасибо большое. Спасибо, удовлетворено. Спасибо, удовлетворено. Все. Вам предоставляется заключительное слово. Я хотела бы еще раз поблагодарить Валерия Владимировича Бобуса за отзыв и за то, что он мне предоставил весь необходимый материал для моего исследования. Большое вам спасибо. А также я хотела бы поблагодарить сезонного руководителя Елену Михайловну. Всегда были с нами на телефоне день и ночь. А также я хотела бы поблагодарить Марину Осиповну. Всегда отвечали на мои вопросы. Большое вам спасибо по поводу оформления диплома. И, конечно, всех членов Государственной экзаменационной комиссии. Большое спасибо за внимание. Спасибо, что уделили время. Очень была рада вас видеть. Спасибо большое, Алина. Спасибо. Ваша защита окончена.